Совет по взаимодействию с религиозными объединениями Чувашии, в который входят представители духовенства, власти, правоохранительных органов, обсудил вопросы профилактики терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской республике. Количество религиозных объединений на территории Чувашии из года в год растет. К примеру, в начале 2000 года их было всего 216. К концу 2012 их количество увеличилось в полтора раза и составило 307 объединений. Больше половины – это представители РПЦ. Как отметили на заседании, противоправных действий со стороны религиозных объединений замечено не было. Но в сети интернет все же появлялись материалы, расшатывающие общество. Три молодых человека, значит, в социальной сети ВКонтакте они размещали материалы экстремистского содержания, то есть оскорбления в адрес азиатских, кавказских или других религиозных объединений и так далее. Один факт у нас был по распространению «Майн кампф» Гитлера книги, то есть он пытался тиражировать через сеть интернет. И еще один у нас субъект разжигал с точки зрения антисемитизма. Еще в прошлом году в республике заработала целевая программа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, разработанная до 2015 года. По этой программе должны осуществляться мероприятия, направленные на укрепление согласия в обществе, пропаганду здорового образа жизни, размещая социальную рекламу в местах массового пребывания людей. Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика.